был, он, ну, как бы очень... С ним даже ролик где-то был. Вот, ну, как бы это самое... Ну, реально просто. Он-то меня запомнил как такого, типа, Пашку, но я был, короче, я его поставил на, скажем, на путь вообще игровой в целом. Он, я вообще Ладно. Подобрал на ферме первый раз, я его подобрал, прикинь. Он там просто собирал тогда опилки какие-то, там первый, второй левел. Ну, не первый, второй, третий где-то левел. Потом он, я смотрю, в охране у меня, потом начальником охраны. Потом замминистра был, потом мэром он стал. И как-то он быстро на самом деле пробил. У него, во-первых, был онлайн дикий. У нас еще был такой тип вообще, он просто, у него был самый мощный, короче, уровень. По прокачке Герман, как Андрейкович какой-то был тип. Угу. Вот. И, короче, Денис Фат, давай его, короче, прям обгонять. Он постоянно был в игре, то есть все. А он с Иваньковым хорошо общался и с Эль Капоне. Вот Эль Капоне, сука, все боялись на сервере. Но Эль Капоне потом же все, по-моему, под это самое. Он... И то ли его тырнули, то ли что. Но он потому что был приближенный. С Фатом был приближен. Ой, не с Фатом, а с Донни, Флейзи он был приближен. Да. Короче, прикольно было, я прям сейчас немножко вспомнил, окунулся. Ну я малым был вообще, ты прикинь, мне там так сколько... Я тоже малым, я 13 лет, я когда зашел в игру, я тоже с 13 мне друг лет. Показал, я охренел то, что в Сан Андреас можно посетить игры. Да, я короче, я играл с 13 залипал. До 16, до 17 лет. Вот, ну правда, потом пошел по кривой дорожке. Ну я знаю. А Иванькова же знаешь? Ну лично не знаю, но а так да, он там тоже... Слышал? Да. Ну как, говорят, я знаю. А Дима Фролова знаешь? Знаю, тоже в охране у меня был. Тоже со второго сервера типок. Они вместе с Фатом, блядь, потом. Да. Встретились, шашлыки жарили. Под песню What you gonna do, блядь, Oricon for you. Не, подожди, в смысле, это какой-то есть видос или что? Да, вживую они встретились, они слышь, шашлыки жарили. Слышь, скинь мне его, я угорну, посмотрю. Блядь, ну надо поискать. Поищи там Фат, короче, они погнали на шашлыки там жарить. Да ты чё? И под песню, да. Блин, ну прикольно. Это знаешь, вот потом пацаны будут вспоминать. Это ж сколько вот лет прошло, я сейчас скажу. Это Иванькова, знаешь? 10 лет, блядь. Пацаны, прошло. Больше 10 лет прошло. И прикиньте, вот сейчас какой улыбкой я вот... Вспоминаю вот эти былые времена, ну и Армейчик, в принципе, тоже. Да. Иванькова, как... знаешь, Наталья Иванькова? Жена вроде типа, блядь, этого, блядь, Иванькова была. Ну, я уже не застал эти времена. Короче, был у нас конкурс, типа, мисс сервера. Она, короче, ну, голая сфоткалась. Плакатом просто закрылась и сфоткалась, и бабки выиграла. Да? Знаю, слышал, да. А сколько ей лет? Ну хуй знает, там 19 лет, там все вздрочнули на нее. В курилке, что ли, где-то? Да. Блин, раньше... Слушай, а на Радмире вообще курилка так же популярна, да? Тоже там народ сидит, отшивается? Честно, нет. Нет? Я раньше заходил. О, пацаны до сих пор здесь красавчики. Я подъехал на Чероки к вам. Погнали, покатаемся. Ты, кстати, где сам? А что, подожди, ты зашел? Все, серф работает? Работают, конечно. А у тебя что, не работало, что ли? Да просто дружляк сказал, что в первом часу типа серверы дадут. Да не, мы гоняем вон с пацанами. Сейчас, погнали, пацаны. Не, ну Фат такой добрый чувак. Да. Добрый мужичок, понимающий. Вот мне даже интересно, а что сейчас вообще там происходит? Есть вообще онлайн? Нет онлайна? Да нифига там все сдулось уже. Все, история лидера второго сервера. Пашка Ленин, общая расформировка, вот Дмитрий Корнсталев, Эдгар Гувер. Гувера я тоже помню. Блин, прикольно, это вот сейчас, знаете, понятно, что никому это все ничего особо не значит. Но на своем примере я даю вам понять, вот игрокам Радмира, что насколько будет олдово вспоминать это через несколько лет. Даже через 2 года, если вы, там, не знаю, кто-то уйдет с проекта. Это будет потом так, ну, вы вырастите все и будете вспоминать с такой доброй душой. Что-то не могу понять, а где? А, архив прошлый ред, спойлер, 2014. Во! Охренеть, 2014-2015. Так, а еще ниже, спойлер, ёпта. Паш, ты в Одноклассниках есть? Нет, конечно, зачем? Паша Калинин. Не, у меня нет в Одноклассниках. Я что-то не могу понять, на туре, а где я?
А где еще года? Где года 2013-2012? Не, бред, короче, пацаны. Минус, минус большой. Тут вообще, тут что-то вообще все поменялось. Блин, я бы даже свой этот нашел бы профиль. Да, вот жалко, что вот уходят на самом деле какие-то проекты. Не дай бог, так, конечно, Радмир уйдет. Но вот сейчас я просто захожу и вижу, что кто-то стер всю историю. Лучшие игроки да. своих итоги года, лучшие игроки своих. Так а сайты же, за сайты надо платить, за хостинг и так далее. Видишь? Да. У тебя, может, фотки где-то есть старые? У меня есть, по-любому надо искать. Я могу, если интересно, я могу потом поскидывать. Могу даже... Ну, ради прикола, можно, чего бы нет. Да, да, у меня были скриншоты. Там даже с разборок были, с выборов были. Угу. Вот. Помню, у нас было это самое все время. Типа нужно было соблюдать этикет скинов. Короче, там где-то, ну, по рангам. То есть самый первый ранг это типа секретарь, второй ранг, ну, точнее, ну, там был секретарь с первого по третий ранг, адвокат у нас был с четвертого, по-моему, по шестой, по седьмой ранг. А, охранники тоже еще были, тоже там где-то между. Охранник, начальник охраны. Да, начальник охраны и был, и... Секретарь первый ранг. Да-да-да, и получается, у охранника был прикольный скин, он был такой... ну, накачанный, в белой рубашке. Похож, белой как, рубашки в жилетке. Как Коза да. Ностра. Коза Ностра гонял да, да, консильерия да, да. в розовой, а этот в белой, да, да, и да. какая-то синяя жилетка у него была. Вот. Ну и министр, и замминистра, типа деды такие с пузом. Ну, худые да, какие-то да, деды. Да, да, да. Вот. И все в сером пиджаке. Мне они не нравились, честно скажу. Я всегда был типа такой молодым, типа за Сашу Белого и так далее. Я был беспредельщиком в плане того, что, ну, хоть админы там меня и гоняли, типа, одевай нормальный скин соответствующий. А мне пофиг, я одевал скин охранника, но у меня был мой клист 14-й, я как сейчас помню. Это темное золотое золото. То есть он прям не сильно выделялся желтым, а вот таким, ну, темно-коричнево-желтым, типа, что такое. И, короче, это было так круто. И у меня всегда можно было увидеть по карте, что там еду я на буллете, на самой дорогой тачке. А буллет у меня всегда был, всегда был с пробегом нулячим. То есть у меня, я любил Инфернус и буллет. Вот, Инфернус был самый быстрый, 114 ехал, а буллет ехал где-то 105. Самая крутая тачка была, это типа похожа на, ну, такая типа с острой мордой. Типа как ламба, я не знаю, как ее назвать. Я забыл, как она называется. Можно сейчас вот посмотреть. Зайди на эти ID машин. Какую тебе именно машину назвать? Туризма? Туризма, да. Туризма быстро сгонялась, но она не быстро ехала. То есть она где-то ехала сотку. 102. Буллет угу. ехал где-то там, я не знаю, там, ну, 107. Ну, самая быстрая Инфернус вроде была. Самая быстрая, да, Инфернус. Вот загугли сейчас, Дим. Слышь? Я написал Паша Калинин, у меня одноклассники только высвечиваются. Блин, у тебя тут вообще заключилось сейчас. А, ну ладно. Не, я загуглить, я имею в виду, типа, этот, сам Пурпе, авторынок или ярмарка. Или вообще я сейчас веду 2013 год, ну-ка. Просто ты прикинь, я вот столько друзей у меня было, очень много. С некоторыми общаемся до сих пор. Ну, не прям так сильно, но общаемся. А, ну вот они, нифига себе все пацаны. Я сейчас вбил, прикинь. Угу. Потом вот фракцию вели эти байкеры. Это при мне обнова была. Их не было. Да, кстати, я байкеров. Помню, когда... При мне тоже добавляли байкеров. Серьезно? Ну да, я помню, их не было. Ну я уже достаточно тогда. Ой, ёптать. Я помню этот просто самый... Просто я сначала на четвертом играл, а потом я на помню, потом прямо в основном перешел. Я этот... короче, начали создавать сервер типа Advance. Вот когда я на сам ПРП играл, Advance не было вообще ну, никаких Advance и так далее. Потом пошел этот Advance, и что-то много кто ушел на Advance. Ну, короче, в транду. Я всегда предан во всем и оставался до последнего. Но я ушел красиво. Смотри стрим. Смотрю. Смотри. Вот фибы, фибах. О, ну-ка, левее, проверка структур. Во. Вот, вся моя тема. Это я проводил. Это вот, твой отчет? Дмитрий Торрес у меня ник был, да? Да ты чё?
Да, вот. Ну, хорош. 9-й сервер. Я вот нифига всегда в ПБИ хотел ГНК. Вот мои скрины. Прикольно. Ну, тренировка он тоже. Я тебе так скажу, даже Коваль я играл на сам ПРП. Я даже гелика закинул. Прикинь? Да Коваль пиздец солдовый так-то. Ну, да, 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 все старички играли. Угу. Не, прикольное время было. Ну, это никогда не вернется, это уже время, уже, ну... Я, наверное, жалко. И серверов тоже этих не существует. Даже вот эта иконка, помнишь? Да, да, помню, блядь, помню, дома, блин! Нахуй. Ты не поверишь, сколько я часов провел, тысячи, ну не тысячи, наверное, ну, а не почему, тысячи, да, тысячи часов я провел, смотря на эту иконку. Я играл 3-4 года, 2 года вообще без остановки играл. Но меня родители так агрились. Да, на всех агрились. Вот я в армии тоже был, блядь. Это твои скрины, что ли, все? Да, это мои. А, это твоя папка, нифига себе, я понял, понял, да. Нарушение устава я вон тоже скринил. Блин, нифига прикольно, что у тебя осталось в личном эти, как на хостинге, да, или как оно называется? Блейд, вон та же, тоже тачка моя была. Бля, прикольно. Это какой год? Сейчас 15-й у тебя? Да, хз, даже как посмотреть-то. Короче, вот тоже, что-то мораль тут басни, уже, тоже. Пацаны, мораль басни такова, что нужно быть всегда предан во всем. Предан своим друзьям, своей семье. И даже те вещи, в которых ты находишься, тоже нужно быть преданным, чтобы потом, когда ты... пройдет много времени, ты вспомнишь и просто, ну, вот прям порадуешься. И вспомнишь с хорошими словами. Ладно, что, пора спать. Все, всем добра. Давай, доброй ночи, доброй. Давайте, все, на связи. Пацан. Давай, на связи. Без особых подсъемов обойдемся, потому что каждый подсъем может... Это кто? Это кто там? А, это Вовка! Это Володя! Володя, тот мужичок, который я пригрел, работает у меня на базе. Он дома иногда там подметает. Точно, это Володя! Вовка! Вов! Привет! Здорово! Ты откуда? Смотри, здорово. Милиция. Да? На базе? На базе, да. Да ты чё? А, и ты не, это самое, не вышел, да, не работал сегодня? Ну. Ясно. Ладненько тогда, Вов. Ну ты это самое, тогда, будь там где-нибудь у себя, я подъеду как-нибудь, хорошо, тогда к тебе? Туда на базу не ходи больше, хорошо? Пока не уляжется.